Сегодня мы успешно сходили за рогами, нашли два огромных, самых больших рога. Вот это килограмм на 30, а этот на все 45. Это, конечно же, шутка. Смотрите. Вот наш сегодняшний результат после километров так 25, наверное. Ну, чуть-чуть нашли. Как это было, можете посмотреть дальше в ролике. И следующие дни также я вставлю, как ходили, искали. Вот такие дела. О, аромат! Это черные, смотри. Это не лесные, это черные. Видишь? Это прям такие термоядерные муравьи. Че, эти же лесные. Нет, что-то черноватые какие-то очень. И полевые. Тетерев. Ой, подкрадываемся. Оп. Это, Дим, от твоего первого. Этот? О, еще один. Лови, пап! О, какой лежит. Отмывай, доставай. О, даже с обеих сторон побелел, смотри. Ну так далеко его видно было, лежал-то, да? На голом месте лежит. Надо помыть. О, с лесом, как говорят, с полем, с лесом. Друзья мои, я не знаю, куда эти двое сегодня с утра наступили, но я пока не нашел ни одного рога. Друзья, пойдемте посмотрим. Димон запнулся за рог. Не увидел его, а просто запнулся. Ну, лось, что делать? А вот тут как раз бык нормально навалил. Сейчас посмотрим. Камеру увеличить, да кита, наверное, больше будет, не? Ну что, все равно. Рог. Да. Почти три. Почти. Знаете, как легко и просто найти роголося. Это надо пройти как минимум 20-25 километров за денечек по пересеченке, по кустам, с клещами, со всем таким хорошим. И может быть, да, вам попадется рог, но это не точно. Идем, ищем. До вечера еще далеко. О, очередной рог. 5. Ну, доставай. Хозяин. Лопатка. Большая лопатка. Красивая. О, красота лесная. Два. У Петра, значит, два уже. У Димана три. А Иван Петрович ноль. О, ивовые писюны. Кругом. О, торчат. А?
Ну-ка давай, доставай. Не, небольшой, вот. Ну ничего, что? Да. Еле-еле из травы-то торчат, да? Какой травище еще раз. Но? Не наступил, я до него не дошел, 4 метра увидал. Друзья, идем по дороге. И я такой смотрю под сосенку. Опа, он лежит. Ха-ха, свежий. Ай, пахнет хвоей. Это у нас левый. Где-то должен быть правый. Надо будет посмотреть, тут походить. С рогом. Красный, почему забыл? Друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. И увидимся в угоде. До скорых встреч.